Пісні співали душею вони, дівчата тяжкі. Чистушки от Людмилы. А я еще расскажу интересную историю. Говорят, раньше в Нойнске на свадьбу-то под горку ходили, правда? Смотрели в окна домов, как свадьба проходит. А потом всех пирогами да пивом угощали. А еще говорят, на русских свадьбах в старину обычай такой был. Но вот какой мы вам расскажем, когда к нам из зала выйдут? Есть у нас молодушки, которые хотят замуж выйти в этом году. Есть тут незамужние? Помоложе? Да? Вот там, да? Нет? Тюха? Нет? А сейчас мамка будет бегать по сцене. Ну, давайте поиграем. Есть же, а, кто хочет замуж выйти? Нету? Ну, давайте просто тогда расскажем, какой обычай был. Раз все у нас замужем, а жаль. Вот кто бы поиграл, обязательно замуж вышел. Так, играем с вами в такую игру. А у нас в хоре есть незамужние? Кто хочет замуж? Тоже замужем? Да? Ну ладно, девчонки. В общем, будет Александр Сергеевич нам тра-ля-ля играть. Как только песня закончится, кто первый на подуху-то сядет? Тот и замуж выйдет. Если уже замужем, то этот юбилей свадебный сыграет. Давайте, Александр Сергеевич. Посмотрим, какие они у нас шустрые. Дай поаплодируем. Это Танюха, это хитрая какая.
вам конфетки с курицей дадут. Ну, а, дорогие друзья, в Нольске еще одна хорошая традиция была. Петь на свадьбе. Пойду вам.